Трагедия в Гродненской области. В Мостовском районе огонь унес жизнь сразу троих детей. Младшему не было 4 лет. Как позже выяснилось, в момент возгорания родителей дома не было. Выбраться из полыхающего здания дети не могли. Перед уходом отец запер их в комнате на замок. Входная дверь также была закрыта. По данным следователей, мужчина отправился в соседнюю деревню встречать супругу. Однако, когда увидел мчавшиеся пожарные машины, поспешил вернуться домой. Правда, было уже слишком поздно. До этого рокового дня нареканий к родителям по воспитанию детей не было. Сейчас специалисты проводят ряд экспертиз, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, причиной возгорания стала детская шалость с огнем. Очаг находился в шкафу с одеждой, на котором родители хранили сигареты и спички.